Здравствуй, это я. Прости без приглашения. Но сегодня 5 февраля. Я хотел тебя поздравить с днем рождения. Что, давно не празднуешь? А жаль. Постою немного у двери. Я лишь на минуточку, прости. Так бывает в жизни у людей. Вновь пересекаются пути. Да, я загляну в твои глаза. Помнишь, я когда-то в них тонул? Помнишь, как однажды нам разлуку нагадал? Авиабилет Москва-Кабул. Сколько зим и сколько долгих лет, если год за 3 пересчитать. Я не упрекаю, что ты нет, не имею права упрекать. Как живешь, надеюсь, все в порядке. Замужем писали мне друзья. Помнишь, как с тобою в нашем парке прятались под кленом от дождя? Я запомнил вкус того дождя на губах испуганных твоих. Не смотри тревожно на меня, я от этих губ почти отвык. Очень изменился. Что же, может быть, старит нас чужая сторона. Там живут, не прячась от судьбы, а потому до срока седина. Что тебе расскажешь о войне? Да надо ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе, если будет в следующий раз. Счастлива ли ты? Вопрос из киноленты. Где героев сводит хэппи-энд? Так в кино, а в жизни проездные документы. Снова на Кабул через Ташкент. Вон гудит таксист, не может больше ждать. Видно, дал мал ему на чай. Вот и все. Меня не надо провожать. Я пошел. Будь счастлива. Прощай.